подворотні. Ой, я дуже рада, Людочка, к тебе заїхала. Ну, а я вас приглашаю, приїжджайте. Ще на цілий день накормилася, да, не придеться кушати. Галь, це хорошо, це своя проста їда, недорога, не хитра, але вона полезна. Ой, так у тебе, яка вкусна. Галя, вона полезна, правда? Вкусніше, в каком-то. Ну, суп вкусний, правда. Картошка там чуть ложка капусти, зато гриби. Грибов поїла хоч, так? Так. Тільки я тебе не погріла, ті гриби, які були вчора. Ні, дуже хороші вкусні. Ані з чесночком хорошо. Класно. Класно. Я теж рада, що це саме так перекусили. Зараз отвезем тебе в лучшу міді. Дома будеш сидіти? Что-то розбирати будеш или куди ти? Я это. Квартиру еще, ой, хату еще. Чего туда хочешь? А там еще забрать не все. А надо. Ты сельдерей себе порви, положи это, в холодильник, а потом станет завидать, положи в морозилку, и пока ты дома, ты его поешь. Каждый день ешь, утром, в обед и вечером все время ешь. Да ты его порви, сельдерей. Да, конечно, да весь его порежь весь. И все, у них отрастет. До осени, а он быстро растет. Ты весь срежь. А он еще зимовой, он может... Ой, Саша, твою мать! Куда ты, блин? Саша, что, ты его не видишь? Ну откуда? Я смотрел вперед, зеленый сигнал, блин, посмотрел влево и посмотрел вправо, блин, с правой стороны у меня машина. Ну, едет прямо, ну надо же. Да он тоже не видит. Чего он, куда? А что он тебе показывает потом? Проезжай! Спасибо, блин. Вот ты говоришь, на ровном месте, ведь это а даже я, не ожидал. Я башку видела. Повернул уже в сторону, я правую. Вижу, ты прямо я смотришь, а я повернул вижу. Голову, тебе говорю, уже. Я посмотрел вперед, посмотрел на светофор, блин, и поехал. Саша, никогда такого не было, сроду. Понимаете. Саша очень аккуратно едет, хорошо. Это придурок, придурок. Нет, но он же ехал по светофору. Откуда он, блин, вылез-то нафиг? Уже все. Ну. А он не соображает, что ли, едет на красный. Тут зеленый, блин, уже нам горит. Не просто, блин, там какой-то, уже зеленый. Все, все стоят. 13-13, вот число. Ну ладно, приду попадаем. О, зараза какая. Ну ладно. Так что придешь, потом грибы эти пожаришь. Так же самое, побольше лука. Это сырые, да? Сырые, такие, как вчера. Ага. Побольше лука, не подосиновики, даже кукурузы тут не было, потому что они не попались. Лука, чеснока. Лук, чеснок, поджарила. Потом...